В Люберцах прошел турнир по художественной гимнастике «Осенний триумф». В соревнованиях участвовали 150 юных спортсменок. В своих выступлениях они использовали разные снаряжения – обручи, мячи и булавы. Добавлю, что все участницы прошли отборочный этап открытых всероссийских соревнований «Юные гимнастки России» по художественной гимнастике. Оксана Романова, тренер по художественной гимнастике, привезла спортсменок на такие соревнования впервые. Девочки выступают с программой кандидатов в мастера спорта. Первый раз в Люберцах, первый раз на таких соревнованиях, первый раз на всероссийских, на чемпионате профсоюзов спортивного общества. Каждодневные тренировки, каждодневный труд, надо выкладываться, конечно, каждый день расслабляться нельзя, улучшать свои физические качества, способности. Оксана сегодня приехала вместе с тремя гимнастками. Лиза Нечепуренко рассчитывает на высокие оценки. Девочка с детства занимается этим не только красивым, но и очень тяжелым видом спорта. Сначала, когда я была маленькая, все мои друзья умели делать колесо, и мне хотелось научиться делать просто колесо. И я пошла, и потом оказывается, что у меня были хорошие данные, осталось до сих пор. Чтобы добиться хороших результатов, Лиза тренируется каждый день по несколько часов. Признается, бывает и больно, и трудно. Однажды даже хотелось все бросить. Но теперь девочка уверена, пойдет до конца. У нее большие планы. Хочу добиться успеха, как Яна Кудрявцева и Маргарита Мамон. Осенний триумф, турнир по художественной гимнастике на призы холдинга «Вертолеты России» проходит в Люберцах уже в 7-й раз. На турнире выступают лучшие спортсменки, которые прошли отборочный этап открытых всероссийских соревнований «Юные гимнастки России». Вере Мартынович 10 лет. Девочка занимается гимнастикой большую часть своей жизни. Сегодня поддержать ее пришла мама. Она верит, у Веры все получится. Самое сложное – научиться не переживать и работать над собой. Бывает разное, но когда ты видишь результаты, когда она понимает, что чего-то достигла, это приносит огромную радость. Художественная гимнастика – это выполнение под музыку различных гимнастических танцевальных упражнений, как с предметами, обручи, мячи, булавы, так и без них. В СССР художественная гимнастика как вид спорта возникла и сформировалась в 40-е годы, а спустя почти 40 лет стала олимпийским видом спорта. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.